Олимпиадники получили по заслугам. В Алтайском государственном техническом университете вручили сертификаты золотым абитуриентам. Этого звания удостоены победители всероссийских олимпиад. В течение первого семестра студенты будут получать стипендию в размере 25 тысяч рублей. Таких выплат удостоены 5 выпускников алтайских школ. Юрий Андронов, Дмитрий Попов, Антон Елишев из Барнаула, Антон Грошев из Новоалтайска и Алина Сапай из Бурлинского района. Эти абитуриенты с отличием закончили школу, а также стали призерами престижных профильных олимпиад, таких как «Паруса надежды» по математике и олимпиады Московского государственного университета имени Баумана «Шаг в будущее» по информатике и физике. При этом алтайские абитуриенты выбрали технический вуз нашего региона.